Привет, дорогие друзья, новый выпуск по Clash Royale, и сегодня, ребята, я вам покажу новую, очередную, крутую имба-колоду. Прежде чем мы перейдем к колоде, я хочу вас попросить, ребят, подписаться на мой канал, поставить лайк этому видеоролику и кликнуть на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые выпуски, потому что готовится еще много разных интересных колод на разных аренах, открытий и много чего еще интересного. Обязательно нажимай на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий, не пропуская мои стримы и новые видеоролики. Ну а теперь давайте перейдем к колоде, ребят. Колода «Арбалет плюс пламенный». Эту деку вы могли уже видеть, ну, мои старые зрители, новые, возможно, нет. Здесь была вместо пламенного дракона мегамуха. Значит, я могу эту колоду назвать имбой по нескольким причинам. Во-первых, этой колодой было пройдено испытание на 20 побед. Да, оно было пройдено не мной, моим бустером Кот Наркот, большое ему за это спасибо. Он прошел этой колодой с первого раза. Я считаю, что это, ну, достойное уважение и ему, и этой колоде. Кстати, видосик на моем канале есть по этому поводу, вы можете зайти посмотреть, как он делает 20 побед этой же колодой. Но потом, знаете, все начали брать Пеку, Голема, впрочем, как вот с недавних пор. Поэтому было трудно контрить таких жирных юнитов, и мы взяли Пламенного Дракона. Теперь она просто разносит в пух и прах абсолютно любую колоду. Естественно, с разными колодами разные трудности, но если шарить, если привыкнуть, она реально тащит. Во-вторых, почему я считаю ее имбой? Это потому, что я с этой колодой делаю 12 побед в испытаниях. В гранде, в больших испытаниях. Это для меня большой показатель, потому что, ребят, я с недавних пор, после того, как у меня был большой перерыв в игре, я реально не знал, чем сейчас тащить в больших испытаниях. И с новыми колодами у меня вообще абсолютно не получалось. Это было 4, максимум 5 побед, все. А вот с этой колодой у меня вот стабильно так 10-12. Ну да, бывает, что косяки там 3-4 победы, но это такое. Это игра. Но 12 побед у меня с ней уже получается, это уже реально уровень. Ну и в-третьих, ребят, я этой колодой затащил топ игрока мира. Топ мира. Я вставлю где-то скриншотик профиля его, нашего повтора. И он, кстати, обратите внимание, играл колодой с пекой. Что многие говорят против моей деки, что это контр. Вот, пожалуйста, пример. Я выиграл игрока, который в топ-100, да, по-моему, был там где-то в мировом топе, да. И он играл с пекой, и я его затащил. Это... Я считаю, что опираясь на эти пункты, можно реально сделать вывод, что колода что-то значит. И реально с ней легко играть, и она прикольно дефает разные связки, но нужно, конечно, привыкнуть. Если вы хотите, запишу еще более детальную аналитику этой деки и отдельный видосик. Но сейчас я вставлю, ребят, отрывочек со вчерашнего стрима, как я этой декой играл в испытаниях. Вы посмотрите, на что она способна. Ну и в конце хочу сказать, конечно же, спасибо Кот Наркот, потому что его все колоды, которые он составляет, они мне все заходят. Я не знаю почему, но у меня с ними реально получается играть. С другими вот топ-колодами, которые как бы все играют, у меня не получается. Вот у него какие-то особенные деки, за это ему спасибо. И приятного, ребят, вам просмотра. Сейчас вы будете смотреть отрывочек с моего стрима. Я собрался. Еще есть попытка. Ну блин, вот понимаете, я уже третий раз делаю максимум 10 побед. Все. Обидно. Топ-аккаунта не будет? Нет, сегодня нет. Фух. Ладно. Ребят, чтобы я сделал 12 побед, с вас нужна подписка, лайк, поддержка в комментариях. Поехали. Блин, обидно, обидно, что проиграл. Поехали. Блин, вот спеллбейт реально меня напрягает. Вот хотя такой потный бой был, и так все долго шло, блин. И остался мне последний фаербол плюс бревно. И я где-то, короче, бревно потратил, и он ракетой добил. Ну там, гоблинской бочкой нанес урон, а потом ракетами добил. Всю игру тащил, всю игру напрягался, одну ошибку допустил, проиграл. Вот так вот строго все. А вот это уже интересно. Вот это интересно, кстати. Что это за колода? Ну, мортира, я понял, да. А неужели он с мортирой затащил 10 побед? Молния. Это не ракета. Я знаю мортиру с ракетой. Давайте так. Громовержец, конечно же, не сбивает каст. Ой, бесит.
Странная дека с мортирой. Надо затащить, надо собраться и затащить, бля. Больно. Окей. Допустим. Блин, нифига себе он задефал арбалет мой на изичах. О! Это хорошо, кстати, было сейчас. Тысячу хп, блин. Давай, 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 давай. Да, да, победа, 11-я. Фух. Отличная игра. Ну, наконец-то, я перебил хотя бы свой рекорд. Теперь максимум не 10, а 11. Давайте посмотрим по рекорду. Блин, ну он красавчик. 3800 на 10-й победе. Красавчик. Ну что, ребята, осталась одна игра. Честно, даже если я и не сделаю 12-ю победу, я все равно останусь доволен, потому что 17 тысяч золота, 860 карт, 11 побед, это тоже что-то значит. Поехали. Надеюсь на вашу поддержку, подписку и лайк. Поехали. Наконец-то я подобрал колоду, которую я понимаю, которой мне получается играть, потому что до этого я вообще какую колоду не возьму, ничего не получалось. Неужели снова спеллбейт? Неужели опять это будет такая гейская игра? Блин. Так, ну то, что он пропустил громоверса, это топчик. Да, ребят, снова спеллбейт. Фух, ребята, будет потно. Может быть, бой длится очень долго. Ну, погнали. Погнали. Я как бы уже немножко руку набил против гоблинской бочки, поэтому надеюсь, что затащу. Ну, ваша поддержка в комментах должна быть. Так, смотрите, он поставил инферно, значит, что... А ничего не значит, просто он поставил инферно. Ладно, нам надо крутиться. Сейчас полетит ракета, да, окей. Размен по эликсиру. Ну, мне это надо было делать, чтобы я прокручивал колоду, и быстрее была у меня... было бревно. Так, хорошо. Так, 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 сейчас будет гоблинская бочка. Ой, хорошо. Давай, давай. Есть. Каждая тычка очень-очень играет важную роль тут. В этой колоде. Давайте, я трачу бревно. Риск, конечно, жесткий, но я рискну. Потому что ему пламенного нечем останавливать. Вот, 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 вот. Офигеть! Офигеть! Да, 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 ребят, это проход был. Это был проход. Это был проход. Я не зря рискнул бревном, не зря. Вот по спеллбайту, именно против моей колоды, ему нечем котрить пламенного. Ну, кроме банды гоблинов, все. Если он пропускает, а очень часто противник и пропускает пламенного. Это беда. Хорош, хорош. Блин, подойди поближе. Фух, я уже думал, не достану фаером. Ребят, ребят, это метка на 12 побед. Вообще, пока что идет все изи. Легче, чем я думал.
Я трачу бревно, опять же рискую. Но он делает ошибок много. Он принцессу выбрасывает на одной и той же стороне. Так нельзя. Мама, я в видосе холдик, ты топ удачи. Спасибо, я да. Этот стрим зайдет на YouTube, войдет на YouTube, потому что я, походу, сделаю 12 побед. А я обещал, если будет 12 побед, этот ролик попадет в YouTube. Давайте тут так. 500 хп, но это пару фаерболов. Бревно. Да, ребят, это победа. Это победа, это 12-2. Ой-ой-ой. Немножко криво я кинул грома, но не суть. Все. Победа, 12-2. Я это сделал, ребята. Я честно не помню, когда я последний раз делал 12 побед. Честно, вот не помню. И даже, зато я помню, какой колодой я делал. Тоже это был арбалет. И это было голем плюс 3 мушкетера с тараном. Вот не помню, когда. Круто, ребят. Завтра будет ролик с этим испытанием. Так, что это такое? Пропустить. Сейчас откроем сундучок. Давайте посмотрим, сколько у него. 5600. Ну, не такой, конечно, топовый игрок, как вот сейчас этот. Сейчас покажу, какой. Вот этот. Нет, не этот, стоп. Я не знаю, сохранилось его. Ура, я в Ютубе. Да, чувак, ты попадешь в ролик. Вот этого. Ребят, 104 место в мировом топе, я его выиграл. Вот это было прикольно. Жаль, я, конечно, этот повтор не могу сейчас показать. Но то, что я его выиграл, это мне льстит очень. Ну, круто, в общем. 12 побед, можете меня поздравить. Подпишитесь обязательно, лайк поставьте. Теперь, Лего сегодня уже падало, да? Или нет? Да, сегодня легендарка уже падала, вряд ли выпадет Лего. Привет, люблю смотреть твои стримы. Ты не против, чтобы твои зрители зашли на мой канал? Посмотри заранее, спасибо. Чайник, я не против, пускай заходят. Ну что, поехали открывать сундучок. Ай, 22 тысячи золота, как это круто. Колдун. Привет, красава, третий донат. Попробуй в глобале в испытании деку, если не жалко. Спасибо, попробую. Так, надгробие. Дайте, пожалуйста, хогов. Дайте хогов. Сборщик. Сборщик 11-го. Дайте хогов. Я 12 побед сделал. Отблагодарите меня хогами. Да какая башня-бомбежка? Ну, камон. Да какая? Какое исцеление? Вы что, издеваетесь, Суперселл? Дайте хога. Я в шоке. Фу. Сундук просто фу. Какая Тесла, блин. О, арбалет. За арбалет спасибо. Ну, лучше бы голем. Вы просто посмотрите. Ну, три мушкетера выпало круто. Выпали гоблин с дротиками круто. Все остальное полный шлак. Ну, вот так вот, ребят, получилось 12 побед. В общем, на Ютубе там буду прощаться. Подписывайтесь на канал, лайки ставьте и смотрите мои ролики. Вот.